Чувство дискомфорта в ногах – первый сигнал, который заставляет нас задуматься, а не придется ли делать операцию. Но можем вас успокоить, такие жалобы не всегда свидетельствуют о серьезных венозных заболеваниях. Если проблема обнаруживается на ранней стадии, то мы можем предложить какую-то медикаментозную или компрессионную терапию. Но если пациент своевременно не обращается, ждет каких-то осложнений, то в первую очередь приходится бороться с осложнениями, чтобы добраться до этиологии, до причины, почему у пациента были эти осложнения. На начальной стадии развития болезни вен на ногах применяется медикаментозная терапия. Таблетки Флебодия 600 мг – венотонический и вазопротекторный препарат, который вызывает сужение вен, повышает выносливость и уменьшает проходимость кровеносных сосудов. Одна таблетка Флебодия 600 мг содержит 600 мг диасмина. Диасмин эффективен при лечении боли, спазмов, чувства тяжести в ногах, отеков, трофических язв на венах. Таким образом, применяя таблетки Флебодия 600 мг, эти симптомы уменьшатся, улучшится тонус венозных стенок, циркуляция крови и лимфы, уменьшится проницаемость капилляров и отечность. Рекомендуемая доза при нарушении венозного кровообращения – одна таблетка в день с утра перед завтраком.